Друзья, мы продолжаем наш экскурс по сельскохозяйственной технике. И сегодня у нас на обзоре очередной комбайн от Брянск Сельмаша. Называется он Добрыня. Добрыней зовут его не зря. Здесь мощный мотор 450 лошадиных сил. А это, между прочим, кормоуборочный комбайн. К Добрыне подключаются разные типы жаток. Например, вот такая для крупного стебля, чтобы убирать кукурузу. Можно ее поменять на жатку для травы. И более того, если, например, небольшой урожай, гонять такую мощную машину нет никакого смысла, сюда можно поставить подборщик. Он будет ехать за специальной косилкой, которая сбивает такие стога волок сена, и уже их измельчать и через силосопровод подавать в кузов. Комбайн не имеет полного привода, но дело в том, что вся нагрузка ложится на основной мост, а колесная база короткая, и за счет этого получается высокая проходимость. То есть полный привод комбайну и не нужен, но зато получается очень экономично. После того, как масса прошла жатку, она попадает в барабанный измельчитель. И уже дальше по силосопроводу в кузов грузового автомобиля. Все это происходит на ходу. Грузовой автомобиль едет рядом с комбайном. Как только кузов одного наполняется, следом подъезжает другой, и работа не останавливается. Итак, мы в кабине Добрыни. Что мы здесь имеем? У нас, естественно, есть музыка. Ну, понятно, бардачки это все не так важно. Здесь есть кондиционер, а в такую жару, как сейчас на улице плюс 30, это очень важно. Кроме того, как и в Unicap, здесь вся панель управления на мониторах. Вот здесь на этих экранах видны настройки самого комбайна, как он, в каких он режимах работает, также его рабочих механизмов по уборке, по заготовке кормов. Управляется он очень просто, с помощью клавиш. То есть, если вы тут видите, что-то идет не так, просто регулируете, и комбайн спокойно продолжает работать. Ну, естественно, здесь тоже регулируется колонка. Управляется он очень просто, с помощью вот такого джойстика. Вперед, назад. Ну, и тут, соответственно, разные кнопочки для того, чтобы поднять, опустить жатку и прочие управления. Так, что у нас здесь? Не открывать до полной остановки механизма. Механизмы стоят, открываем, смотрим. Конечно, тут все достаточно мощно. В общем-то, о чем мы и говорили, друзья. Начинка у этого комбайна очень мощная. И, по сути, это является универсальной техникой для заготовки кормов для любого предприятия. Так что Добрыня – это мощный помощник вашему фермерскому хозяйству, при этом с достаточно удобной кабиной для механизатора. На этом все. С Добрыней мы заканчиваем. Надеюсь, было полезно и интересно, но история с комбайнами у нас продолжается.